мне нужно траву скосить возле пчел. Именно вот этой ручной косой, потому что там нужна тишина. Уже бензокосой там уже не покосишь. И чтобы косить, я, например, вот купил, скажем, литовку. Она продается в магазине под номерами. Вот у меня в данный момент номер 8. И вот в каком году я купил? 1992 году, вроде бы похоже, 92 год. Номер 8. Номер 8, это вот от этого места. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, понятно. Вот это вот восьмерка. Можно, конечно, и меньше, но у меня тут простор, и я могу скашивать траву именно вот такой вот длинной литовкой. Ну, чтобы косить, нужно, конечно, настроить это все дело и подогнать индивидуально под одного человека. На это уйдет очень много времени, и это все нужно, конечно, знать. Если с бензокосой там проблем нет, купил в магазине, завел и косишь. Там никаких правил нету. Косишь как хочешь, там приемов тысяча. А здесь нужно косить, достигнуть опыта, и косится только трава одним только вариантом. Все, больше вариантов нет. И теперь людей-то таких редко встретишь, которые скашут траву ручной косой. Вот смотрите, чтобы мне ее настроить и подогнать под себя, я беру, поднимаю для себя. Вот смотрите, я ее... Смотрите, какая дуга получилась, такое коромысло. Я ее постоянно все срезал и срезал таким вот образом, потому что здесь вот у меня постоянно ломалось. И изменения происходили угла кошения, и она стала вообще вот такая вот маленькая. Но все равно я буду ей пользоваться и продолжать дальше работать. Ну, буду настраивать. А как настраивать, мне нужно показать, как это все делается. Вот я, например, беру ее в ладонь и поджимаю к плечу, вот так вот, сжав кулак. И как мне удобно, я взялся рукой вот таким вот образом. Вот я взялся, все. Вот так мне удобно. Значит, вот этот угол, он должен остаться. То есть, у меня уже там срезано, я вот этот угол должен и оставить. Вот так подошел, взял. И теперь мне ее нужно куда-нибудь прижать именно под таким вот углом. Вот я вот таким вот образом, вот так, скажем, сделал. Теперь угол найден. Теперь, посмотрите, литовка лежит. Теперь мне нужно вот здесь, именно вот в этом месте, подложить, скажем, какой-нибудь камешек. Скажем, 1-2 миллиметра. Вот я нашел вот этот вот камешек. Вот смотрите. Вот сюда вот подложу. Надо прижать. Вот таким вот образом я подложил. Нашел угол такой вот от земли. Потому что можно и больше взять. И здесь еще выше поднимается, еще выше. Вот таким вот образом. А я сделал таким вот образом. Чуть-чуть. Чтобы кошение травы было как можно меньше, трава оставалась. То есть вот таким вот образом. Вот смотрите. Найден вот этот угол от земли. Вот таким вот образом. И вот этот угол мне нужно подвести вот сюда. Я сейчас вам приблизительно и покажу. Вот смотрите. Я вот таким вот образом подвел. Вот таким вот образом. То есть круглые. И здесь то же самое. Я вот этот камешек вот сюда вот подложил. Ну, в данный момент у меня камешек. Вот таким вот образом подложил. Беру карандаш, и вот этот угол я делаю вот так вот. Делаю черту. Все, сделал черту. Ну, в данный момент у меня вот параллель получилась здесь. И вот эта черта именно параллельно получилась. Здорово получилось в данный момент. Все. Когда я эти углы нашел, теперь мне нужно вот эту часть. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Найти, куда ее забить вот сюда. Ну, в данный момент у меня все крутится, вертится. Я вам сейчас покажу. Теперь я должен найти вот этот угол. Вот этот угол должен найти.
треугольника. А как его надо найти? Вот от этого, то есть у меня вот от этого места нужно найти размер до ручки, зная, вот когда я брался рукой, то же самое будет, если я размер возьму от земли до пупка. Это будет, вот я измеряю, получилось 1 м 10 см. Я от этого размера, вот от этого места взял и сделал вот здесь вот черту. В данный момент у меня есть черта. Значит, здесь и будет ручка. 1 м 10 см. Я должен, смотрите, вот так вот водить по лезвию. И вот смотрите, как этот размер и находится до вот этого острия. Вот это, вот смотрите. Ну понятно, вот этот размер, он должен совпасть вот с этим размером. И вот это вот движение, оно и будет и двигаться по земле, если мы будем вот таким вот образом двигать. То есть, понятно. Конечно, можно от этого размера уйти сюда, либо уйти вот сюда. Можно вот сюда или сюда. Ну тогда либо трава будет в ноль коситься, то есть вот так будет скашиваться, либо будет забираться очень много. Ну, на это нужно очень много сил, потому что трава собирается, и вот сюда собирается куча целая. Это будет очень тяжело. В данный момент вот этот я размер и нашел, перевернув. Да, все, я нашел. Вот смотрите. Здесь вот так вот. Вот так получилось. Вот смотрите, получилось. Я подставляю таким вот образом. Здесь обязательно нужно сделать черту, чтобы не сбиться. Для себя уже нужно знать. Это вот обязательно нужно знать. Вот таким вот образом. Я таким вот образом сделал. Беру молоток, подкладываю и забиваю. Все, вот это положение у меня будет и найдено. Вот этот скос срезанный, я забыл показать. Когда мы вот так вот устанавливали, все, вот это вот устанавливали, я должен таким вот образом, топором, вот таким вот образом и срезать. Именно вот так по линии. Вот это вот и плоскость получается. Если что, пройтись вот таким вот образом рубанком. Вот это я не показал. Просто полосу показал, на самом деле нужно еще и срубить. В общем, я это все нашел, углы нашел, черту здесь сделал. Но смотрите, у меня вот эта вот часть вышла как бы отсюда. Мне нужно сдвинуть вот сюда. То есть вот таким вот образом мне нужно сдвинуть. Вот так сдвинуть, чтобы у меня крепилось это все. То есть вот так вот крепилось. И устанавливался вот сюда вот клин. В общем, крепление делает кто как хочет. Я, естественно, буду устанавливать вот таким вот образом. Вот таким вот образом я буду устанавливать. Но когда давление идет назад, вот таким вот образом. Ну когда, вот смотрите, вот так, да, получилось? Мне нужно вот здесь и сделать. Вот таким образом, чтобы у меня вот эта вот труба как бы туда заходила. И в эту трубу я потом буду забивать клин. Ну вот так у меня получилось. Потому что у меня вот в этом месте постоянно ломается, и я вот эту вот трубу придумал и установил. Вот буду делать какой-то узел крепления, чтобы у меня этот угол и оставался. Их делают каждый по-своему. Каких только я этих креплений не видел. Ну, буду что-то делать. В общем, вроде бы и показал, как это все делается. Вот смотрите, как тяжело подогнать эту косу под одного человека. Уже другой человек возьмет и будет каким-то опытным путем находить, если он имеет опыт. А опыт находится с годами. То есть появляется с годами. Вот представляете, только с годами. Она учился косить этой косой. Очень быстро скашивается трава, быстрее, чем бензокосой. Ну, вроде бы и все. Пока.